Занятия спортом с малых лет. В рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт» в центре «Романтик» проводятся мастер-классы по художественной гимнастике. Порадоваться за успехи начинающих спортсменов пришли их родители, преподаватели и руководитель центра «Романтик». Также занятие посетила председатель Совета депутатов Щелковского района, секретарь местного отделения «Единой России» Надежда Суровцева. На территории Щелковского района у нас реализуется 14 спортивных проектов вот сейчас, в 2018 году. И один из этих проектов включает в себя вот такое вот замечательное мероприятие, потому что в занятиях спортом и физической культуры это прежде всего развитие наших детей, это здоровье наших детей. И вот в центре «Романтик» организована такая бесплатная группа, которая идет под патронажем депутатов от «Единой России», которая будет предоставлять данную услугу, то есть занятия художественной гимнастикой.